Монтаж корпуса атомной подводной лодки закончен. Ее обводы рассчитаны на большие скорости движения под водой. Носовой части придана обтекаемая форма. Вот отсек, предназначенный для размещения атомной паропроизводительной установки со всеми ее вспомогательными механизмами и устройствами. So you've got what you offered us. Maybe. Корпуса двух атомных реакторов и смонтирована часть биологической защиты, but first, окружающий реакторный отсек. I'd like to see and touch what I'm getting out of. Здесь, за герметичной переборкой и биологической защитой, установлены два атомных водоводяных реактора, работающих независимо один от другого. Лодка легко развивает заданную скорость в надводном положении. Да? Водки, товарищ. Поцелуй мою залупу. There's no such word in the English language. Excuse me.